Гном! Пожалуй, надо его забрать. Не расслабляйся. Тихо. Так-так, кто же это? Одноглазый послал вместо себя очередного бога? Что, Тор занят? Мы не служим Одину. Нет? Тут ведь не лучшее место для прогулок. Правда же? Ну-ну, не надо угроз, брат. О, знакомый голос. Знаешь, я б снес твою башку, но, похоже, меня опередили. Да, метко подмечено, брат. Нет, я тебе не брат. Ты продал мою сестру этому... уроду. Мы заключили мир. О! Правда? Ну и где же он? И где моя сестра? В асгардской тюрьме? Или в могиле? Отвечай! Тогда ответит твоя кровь. Хватит! Что это? Почему у птицы ее голос? Это я, Ингви. Некогда объяснять. Послушай. Эти двое служат мне. Я верну себе то, что у меня отняли. Уже поздно. Сделанного не исправить. Нет, я исправлю. А теперь пропусти их. Итак, вы слуги сестры. А, как и все мы. Срежь его.